Заслуженный коллектив Челябинской области, ансамбль «Митрофановна». И они у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, как именно вы будете поздравлять наш любимый город с праздником, с днем рождения? В день рождения должна звучать гармонь, хорошая песня. Правда, чтобы было хорошее настроение, люди придут за настроением на наш Конечно. Праздник. И мы пригласили на этот праздник лучших наших исполнителей, самодеятельных гармонистов, певцов. Причем это молодые достаточно, которые люди еще, ну, или не знают совсем, или очень плохо знают. Это ансамбль «Иван-чай», это дуэт «Мама», молодые ребята. Поэтому... Бедовые ребята. Ну и, конечно же, ансамбль «Митрофанов» тоже будет. Где это все будет происходить и когда? На нашей любимой Кировке. Это уже традиционно. Люди подходят, уже знают, здесь будет праздник в 12 часов. Завтра мы приглашаем всех вас с хорошим настроением. На какой сцене? А там ферма будет сделана возле главпочты. И возле главпочты. Как где обычно происходит это мероприятие. Мы вас приглашаем всех. Приходите, поддержите нас. Споем вместе. Станцуем. Ну и тогда споем. Споем? А мы, если получится, споем. Станцуем. С тобой, дружок, гармошечка, на свете всех милее. Тихая и славная мелодия польет. Выгони, моя подруженька, в окошечко скорее. И послушай, как моя гармошечка поет. Ух ты! Ах ты! Ух ты! Гармонь поет! Играет и не сама выводит трели, то играют пальчики ученые мои. Не сама ты завлекаешь у зеленой тонкой ели, это завлекают глазки черные мои. Ух ты, ах ты! Ну что же, браво, браво, вот она, любимая всеми, народная Митрофановна, замечательно. Да, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, действительно порадовали песни. Как да, мы сейчас, Марина, даже за камерами пританцовывали, потому что под такие мелодии невозможно не танцевать. Да, ну спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли в столь ранний час. Я напомню, что в гостях у нас был ансамбль «Митрофановна».